Ну что, коллеги, насколько я понимаю, мы с вами собираемся провести первую в стране внутриутробную операцию по удалению крестцово-копчиковой тератомы плода. Осталось решить, что это будет. Внутриутробная эндоскопия или внутриутробная открытая хирургия. Вытащим, удалим, потом обратно зашьем, как в том американском кейсе. Я полагаю, в нашем случае более актуально открытое внутриутробное вмешательство. Ну, как практикуется в Америке. Не согласен с Андреем Павловичем. Я понимаю его как неонатолога. Он заботится о здоровье ребенка. И действительно, открытая внутриутробная операция повысит шанс младенца родиться здоровым. Ну и повысит риски для матери. Разрывы матки, отслойка плаценты, преждевременные роды и так далее. Вы забыли о третьем варианте. Мы можем прервать беременность. Я не ослышался, Наталья Владимировна. Какой бы вариант операции мы ни выбрали, открытый или эндоскопический, наша пациентка очень рискует, причем не только на столе, но вплоть до самых родов. Плод будет расти, матка будет растягиваться, швы в любой момент могут разойтись. Извините. Алло. О, привет. Да. А что случилось? Да, у нас вот как раз сейчас обсуждаем с коллегами план операции. А в чем дело? Да, конечно, я понял тебя. Это жена Гены. Какого Гены? Гены, друга моего, начальника горздрава. А это с самого начала было аномалией. И то, что гостиница расположена напротив ЗАГСа, и то, что я тебе предложил пойти в гостиницу для того, чтобы отметить наш развод. И самое главное, что ты согласилась, и после этого секс, которого не было ни... Никогда. После этого ты являешься в мой кабинет в самый разгар обсуждения свадьбы. В результате чего аномалия на копчике нашего ребенка. Это девочка, Ген. Лена, тебе необходимо избавиться от ребенка. Нельзя рисковать. Я не могу. Я ее уже люблю. Мы теперь как комплект. Ну, тогда это должна быть какая-то другая больница в любой стране мира с такими врачами, у которых есть огромный опыт. Если бы не Наталья Владимировна, не было бы ни ребенка, ни проблем. Вот пусть она и отдувается. Все будет хорошо. Вы приняли решение? Как вы сказали, внутриутробная операция? Это если мы хотим повысить шансы для ребенка. Тогда мы приняли решение. Извини. О, первое слово за месяц. Все-таки уезжаешь в Москву? Давай, останавливай меня. Ну хорошо, хорошо, просто поехали вместе. Как водичка? Ну, как здесь наш космонавт? Не взлетим, так поплывем. Вот умница, а? Давайте посчитаем до 10. 10. Да. 9. Умница. 8. Да. 7. Да. 6. Да. Да. Зэ, давай масочку. Угу. Умничка. Зэ, дай эндотрахеальную трубочку. Давай, солнышко. Люди добрые. И такую женщину наш крокодил Гена променял на Господи, прости, Елизарову из-за погрешности 15 лет. Александр Анатольевич, как будто ты сам так не поступал. Делал, Русик, делал. И знаешь, старик, очень стыжусь за принадлежность к этому племени. Так, Александр Анатольевич? Наталья Владимировна, я за него. А он сказал,
поехали, и махнула рукой. Конечно. Вожу матку. Помогай. Узи, смотри там. Угу. Узи. Смотрим. Вот здесь нет сосудов. Пациент далеко. Вот идеальное место. Здесь. Угу. Угу. Убирай. Держим. Лазерный скальпель и сразу шить. Пожалуйста, мне надо побыть одному. Вот под твоими руками, ага. Бери. Достаточно. Угу. Меняемся. Меняемся. Поехали. Красивые. В ординаторской спер? Почти. Я скучал. Я тоже. Все прошло. В любом случае, это пока промежуточная станция. А дальше, если по плану, между 36 и 38 неделей мы делаем ей кесарево. Хирурги обычно готовы глотки друг другу перегрызть, чтобы записать себе в актив уникальную операцию. А вы просто так боролись за человека. Спасибо вам большое. Это лень, спасибо. Я обычно учу пациенток жить. Мне вроде как по должности положено. Ваша жена научила меня кое-чему. Да, она такая, она может. И спасибо, что уговорили ее оставить ребенка. Это не я. Иначе мне не пришлось бы отправлять ее к вам. Ну и в любом случае, для спасибо пока рано. Вот родится дочка, тогда скажете. Подумай, только еще утром я хотел закрывать ваш центр. Сейчас ее будут переводить в палату. Посидите с ней, пока она отходит от наркоза. Простите, доктор, а почему вы уволили Ингу? Вы хотите, чтобы я поставила диагноз вашей невесте? Это правда, что она бросила вас умирать? Ну почему? Она сказала другому врачу, что я валяюсь в коридоре. Ну, значит, правда?
Лен, прости меня. Не надо. Я все понимаю. Это такой красивый способ сказать прощай, а? Видишь, какой ты тонкий. Ты все понимаешь, ты все чувствуешь. Я очень хочу семью. Очень хочу дом, детей. Все это я хочу прямо сейчас. А мне кажется, что ты к этому не очень готов. Тебе не стыдно? Так складно и нагло врать. Но я же вижу, как ты смотришь на Женю. Я вам кое-что принес. Где-то моя секретарша покупает замечательный чай. Хороший чай. Иван, добрый вечер. Это Инга Елизарова. Только что отправила вам занимательное видео о дополнительном заработке главы Горздрава. Как посмотрите, перезвоните. I woke up crying for my love. I called you and you appeared. You held me close so tenderly. You smiled and kissed away my tears. I feel like time is running out. Спасибо. Слушай, когда вы уезжаете? А вы, прости, это кто? Был повод перейти на «ты», мы это сделали. Было неплохо, кстати. Когда ты уезжаешь? Не знаю, как соберусь. Жень, а что ты хочешь? Я... Ты же умная. Умная. Еще и красивая, к несчастью. Правда. И вот через 3 минуты я предложу тебе венца. Потом скажу, а что, давай, оставайся. А дальше позову с собой в Москву. И что же в этом плохого? Плохого ничего. Просто... Не люблю я тебя. Ну, я ему говорю, давайте я съезжу повторно, возьму. Понимаешь? Болтаю. А он ни в какую говорит. Ну, что ты поедешь? Ты сам считаешь. Радов Геннадий Николаевич. Вы задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Статья 290, часть 6 УК РФ. Я могу попрощаться с женой?
Пожалуйста. Наедине, если позволите. Но не выпрыгну же я в окно. Не с моей прытью. Леночка, миленькая, успокойся. Я выйду оттуда раньше, чем ты отсюда. Или ты хочешь стать женой декабристки? Гена. Тогда, пожалуйста, поезжай со мной в Сибирь. Если я не успею к родам, назови, пожалуйста. Нет, уже ты возвращайся и сам назови, Гена. Леной. Леной. Здравствуйте. Добрый день. Ты как на пожар. Вообще-то к тебе. Мне нужно твое профессиональное мнение. Есть минутка? Да, через полчаса будет. Я должен пожалеть Елену Премудро. Это что, вещдеки? Досье. На двух потенциальных доноров, вышедших в финал. Угу. А на мамочку? Ты же знаешь, что идеальных кандидатов нет, а есть идеальные для конкретной женщины. Мамочку ты знаешь. Ты что ли? Ну, я. Давай посмотрим. Спеши. Сам в шоке, Юрий Алексеевич. Но наша карма не бабская. Не стенать и драть волосы, а... Ну да, дело делать. Вот именно. Всему у меня к тебе вопрос. Твое заявление мне. Порвать и выбросить, или ты взаправду домой намылился? Вообще-то взаправду, Алексей Игоревич. Взаправду. Если не возражаешь на прощание, один совет. Можно? Валяй. Я бы на твоем месте уволил Елизарову и главврачом сделал Бахметьеву. Читаешь мои мысли. Я и сам это Генке 100 раз говорил. Так что иди с Богом. Считай, сделано. Что-то еще? Да нет, ничего. Ну, бывай. Счастливо. Ольга! Это вам. Спасибо. Я знаю, что вы сделали для Яны, я знаю про лекарство, знаю про плацебо и про то, что вы ушли из программы не по личным обстоятельствам. Как мне вас благодарить? Ничего не надо. Я очень надеюсь, что Ян выздоровеет, и я смогу смело поставить галочку в графе «Жизнь прожита не зря». Я вас люблю. Вы только не подумайте, это не из-за того, что вы спасли моего сына. Вы прекрасны. Вы смелая, сильная, тонкая, чуткая. Вы знаете, после смерти Таи я смотрел на женщин, как через кривое Олег, зеркало. Олег, это просто вы под впечатлением. Да, я под впечатлением. От вас. Знаю. Знаю, что у вас кто-то есть, но если тот человек, он не тот. Если он... не сможет дать вам счастье, дать семью. Давайте я вам позвоню. Сообщите мне радостную новость о моем увольнении. Станцуете буги-вуги на могиле? Нет. Удивлюсь. Я считал, что инстинкт самосохранения сильнее жажды мести. Видимо, у женщин иначе. А
А, привет. Ты куда, к Елене? Да, я боюсь, как бы на стрессе начались преждевременные роды. Да не бойся, ты самая сильная женщина из всех, кого я встречал. Ну, разумеется, после тебя. После того, как ты полюбила чувство вины. Мне сейчас не до лекции по психоанализу, Зигмунд Алексеевич. Подожди. У меня две маленькие новости. Первая, я уезжаю. И вторая, ты остаешься за главную. Нет, я не хочу, я не... Не хочу, не хочу. Надо, Наталья Владимировна, надо. Поехали со мной в Москву. У меня там большая квартира, и тебе вообще не придется ничего. Нет, не так. Если честно, больше всего мне хочется свозить тебя во Владик. Я там родился. Покажу тебе дом бабушки твоей. У меня там, кстати, брат живет. Дядя твой. Хотя все это не то. Впрочем, ты права. У меня ничего нет. И мне нечего тебе предложить. Прости, что ты сказал? Ничего. Я поеду с тобой. Привет. Привет. Я... Давай ты. Да я хотела попрощаться. Логично будет предположить, что ты едешь в Москву. Да? Как видишь... Королевства оказалось маловато. Если честно, по поводу Гены я тебя не ожидал. А он хотел закрыть центр. А все из-за этого? Да ладно. А ты так ничего и не понял? Ты знаешь, я в жизни любила двух человек. Своего младшего брата за то, что он ни минуты не мог без меня, и... И? У Оли твоей поклонник появился, отец спасенного мальчика, так что имей в виду. Мне пора. Я буду жить не месяц, не два. Жизнь... Пересадка сердца – сложнейшая операция, ты должен… Да знаю, я читал. Но если все получится, ну, я смогу окончить школу, выбрать институт, стать кем-то. Любиться, жениться, доказать теорию струн, построить колонию на Марсе – все что угодно. И это все вы? Это стечение обстоятельств. Помогли лекарства, нашли клинику в Германии. Ты поедешь с нами. Я, солнышко. Если ты боишься операции, я уверена, что твой папа... Я не боюсь теперь даже смерти. Если бы она хотела, уже бы пришла. Я просто хочу, чтобы ты поехала с нами, как семья. Очень приятно. Ну, не говорите. После «но» никогда не бывает ничего хорошего. Обещайте, что подумаете. Да. Можно? Да, смелее. Я попробую. Садись. Кофе? Да нет. Рассказ про доноров.
Мужчины по природе своей быки-производители. Но мы напрочь забыли о своем предназначении осеменять 100-200 самок за жизнь. Моя жена родила двоих и больше не хочет. А мне страшно жаль, что весь мой уникальный набор генов, предки из дворян, два моих высших образования и внешность, прямо скажем, не из рядовых, потрачены всего-то на двух особей, поэтому я сдаю сперму. Это что такое? Это из блога одного из твоих доноров. Второй. Еще скажи, маньяк-убийца. Угу, с явными задатками. Эк, я не понимаю. Я просила тебя сделать психологический портрет на основе имеющихся данных. Ты зачем-то полез к ним в социальные сети, узнал их имена, фамилии. Зачем? Чтобы ты приняла взвешенное решение. Какое? Отказаться от этой мысли? Что ты способна найти мужчину, который... Который? Который пройдет этот путь с тобой от начала до конца. Мой муж не захотел. Он слабак. Похож. И на наркомана тоже. Женщина как наркотик. Встреча с тобой, я не думал, что я смогу остановиться. Я хочу быть отцом твоих детей. Уйдешь из медицины? Не знаю. Медицина никогда не была моей мечтой. А какая у тебя мечта? Не придумала еще. Есть подсказки? Хорошо. А где здесь лестница? Так быстрее. Угу. Я просто замкнутых пространств боюсь. Ну как же, вы без лифта обходитесь? На первом этаже живу, а на работе одни анфилады. Я экскурсовод в Павловске. Да вы что? А я там жил, когда учился в меди. Ну, правда, не в дворце. Вам куда? Ой, меня в смотровую послали. Так это на этом этаже, никуда ехать не нужно. Да. Пойдем с нами. И давно у вас клаустрофобия? Ой, да, из-за трубы матери. Она у меня стюардессы была и летала со мной внутри. До 5-го месяца. Я просто... Подожди меня в ординаторской сейчас. Ну, в общем, летала до 5-го месяца. Это вообще строго запрещено. Mm-hmm. А потом, знаете, это, я помню, такой огромной трагедии для нее было, когда ей летать запретили. Извините. Жень, начни без меня, хорошо? Да, хорошо.
Я смотрю, ничего не изменилось. Я ушла от него. Чемодан, сумку в машине. Вчера ночью он швырнул меня в стену, когда я Викулю на руках держала. Она просто чудом не... А он все равно нас найдет, даже если я к друзьям поеду. У меня есть дом в деревне. Родительский. Жуткая глухомань. Поедешь? Поеду. А ты? Ваш шнурок развязался. Давайте я вам помогу. Спасибо большое. И давно у вас такие отеки и такие вены? Да, вен у меня БУ, вот, а отеки дня три назад появились. Сегодня ночью прям невозможно, голень болела. Ну, а сейчас уже нормально. Плод функционирует нормально, Софья, так что не волнуйтесь. Так, что тут у нас? Все хорошо? Угу. Не все боли в животе означают схватки. Что ели вчера? Колбасу сырокопченую. Грамм 200. Ну, знаю, что разврат, но не смогла удержаться. Ай-яй-яй-яй-яй. Значит так. За свои поступки нужно отвечать, поэтому побудете у нас несколько дней. Вытирайтесь. В следующий раз будете думать. Хорошо. Спасибо. Где? Мы теперь только тени. Все, завязала. Так, там ничего не видишь? Куда мы едем, признавайся. Так, Оль, это сюрприз, пожалуйста. В ресторан? Ну, пожалуйста, не надо гадать. Крыша? Так, все, пожалуйста, прошу тебя, серьезно. Давай серьезно. Да что? Вот может, ты хочешь поиграть? Оля, все, успокойся. Оля, мы едем куда-то. Ладно? Ты обалдеешь, обещаю. Все, я серьезно. Женя, там у новенькой приступ паники, она задыхается. Паническая атака? Да, там палата крохотулечная. Говорили же, никаких замкнутых пространств. Бояться рожать – это нормально. Обыкновенная истерика, сейчас успокоится. Слишком маленькая палата? Да. Что? А вы говорили, что ваша мама перестала летать. Почему? Тромбоз глубоких вен? Евгения Ефимовна, в реанимацию, срочно! УЗИ вен, рентген легких, ЭКГ. Похоже на Теллу. Ойли. Быстро! Альбина, пойдем. Тихо, тихо, тихо. Ну ты выдумщик, Вазгу. Пошли. Где мы? Можно снимать, да? Давай. Хачанская, будешь моей женой? Примерно минут через 7. У меня кольца есть. А что случилось? Ну, а что случилось? Нью-Йорк случился, Оль. Этот, ну, помрачительный секс, и потом танцы в Доме ученых, и мы съехались, и у меня вдруг случился неожиданный блудный сын. Ты его приняла, а потом «Я люблю тебя, Оля». На лавочку тогда ты с этим мне так не ответила. Но дальше, надеюсь, случится «Да». И Париж, и, не знаю, какой-нибудь пляж, а там, может, мальчик или девочка. Трудности будут, все переживем, все будет нормально. Вот. И когда я узнал, что тебя позвали в Германию, я, честно говоря, немного испугался. Я выйду за тебя, Руслан Базаров.
Я выйду за тебя. Руслан Базанов. Но только не через 5 минут. Слушай, я всю жизнь мечтала об этой свадьбе. Я хочу, чтобы там были мои родители. Наши родители. Ну, так... Пожалуйста, давай, давай через субботу. Через субботу, да? Давай через субботу. Могу вас поздравить, Алексей Николаевич. Действительно субмассивное тело. Не каждый акушер распознает его при жизни. Да это не я, это вон молодая гвардия. Я завязывала ей шнурок и увидела ее вены, плюс варикозная болезнь наследственная, плюс накануне боли в голени, плюс курила много лет, синие губы, вздувшиеся вены, так что никакой магии. А у вас в отделении теперь все такие бомбические диагнозы идут под грифом, само собой? Стараемся, работаем. Сатурация снижена, да? Было дело, восстанавливается. Вообще она раздышалась, успокоилась. Понаблюдаем. Антикоагулянтную терапию проводим. В общем, надеюсь, тромбы разойдутся. Угу. Но, думаю, нужно вызвать сосудистых. Тромбоэмболия в субботу – это, конечно, особое удовольствие. Да уж, да уж. А пациентки сказали? Уже да. Здравствуйте. Ну, как вы? Я прочитала про Теллу. Вы вскройте мне грудную клетку, остановите сердце, вытащите тромб, а до этого вы вытащите сына. Знаете что? Я сейчас отберу ваш телефон. Что за ерунду вы читаете в интернете? Мы можем умереть. И я, и он. Да? Я знаю. Правда, только родственникам говорите, но у меня нет родственников. Я одна, понимаете? И у себя, и у него. Сонечка. Поверьте, что вот эти статьи в интернете ничего не имеют общего с реальностью. Вы стабильны. Вам остается только постараться не двигаться и не паниковать. Все остальное сделаем мы. Договорились? Я без него не хочу. А он без вас не сможет. Видите, у нас просто безвыходная ситуация. Мы обязаны спасти вас обоих. У нее болит легких и 2 легочные артерии. Что там вообще, что жила? Да. А еще УЗИсты углядели в бедренный флотирующий тромб. Сантиметра 2. Предполагают, что сначала оторвалась верхушка. Так что одно неловкое движение, и ей кирдык. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Мойтесь, вы будете ассистировать. А Алексей Николаевич? Он сказал, что вы заслужили. Это правда, что вы не хотите быть врачом? Жалко, у вас талант. Спасибо. Это не комплимент. Талант – это не то, чего хотите вы, это то, чего хотят от вас. Сатурация упала. Интубируем. Мешок. Молодец. Акушеров за ним. Бегу! Наталья Владимировна, вы, конечно, можете начинать, но знайте, что она под большой дозой антикоагулянтов, и кровить будет очень сильно. Где сосудистый? На подходе. Скальпель. Ну, с Богом.
Ну, что-то выйти планирую в субботу. Полюбоваться на хирургические навыки Натальи Владимировны. Ну, она просто приехала быстрее. К тому же не каждый день увидишь установку КВ-фильтра. Так что... Вообще-то у меня были планы. Руслан. А я увольняюсь. Отговаривать бесполезно, я все решил. Если отпустишь сегодня, буду только рад. То есть ты предлагаешь мне к понедельнику найти хорошего ординатора? А зачем искать? Есть кандидат? Да, были проблемы, но сейчас все стабильно. Серьезно? А почему нет? Будешь проверять его, пусть каждый день при тебе писает в банку. Да, вот именно о таком хобби я и мечтал. В сосуде. Давайте проводник. Подожди, по-моему, зацепил. Есть. Фу. Ой, стойте. Ай-яй-яй. О, привет. Диночка, привет. Привет. Фу. Ну, что, было вчера заседание? Ай, было. Лучше бы не было. Да. Вы, знаешь, сначала кормили сказочками, что все у меня получится, что есть все шансы, что послеродовая депрессия не является поводом бросать своего ребенка. Да. Вот. Что суд у нас справедливый и беспристрастный. Если я не бомж, и не наркоман, и не алкоголик, то будет очень трудно отсудить у меня ребенка законным способом. Да. Будь ты хоть трижды нотариус. Ну и что сотворила это? Прекрасная женщина. Не спрашивай. Добыла где-то фотографию с нашей вечеринки, где я немножко навеселе. И посеяла обоснованные сомнения в том, что я веду здоровый образ жизни. А еще она всем рассказала про наши отношения с Ярославом Павловичем. И получилось, что я и женой была так себе. Здравствуйте. 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 Подожди, а какое это имеет отношение к тебе, как к матери? О, не волнуйся. По этому пункту она тоже хорошо прошлась. Она пригласила психолога, который популярно объяснил, что я не мать, а ехидна, потому что отправила своего приемного ребенка в деревню к бабушке. Еще он сказал, что я нахожусь в глубокой депрессии из-за смерти Сёмы. В принципе, я, ну, короче, ни на что уже не способна. Дин, а ты не хочешь съездить за Маруськой? Я очень хочу съездить за Маруськой. Я очень по ней скучаю. Но я не могу. Потому что этот иск съедает все мои деньги, вот которые неделю работаю без выходных. Для того, чтобы хоть что-то накопить. Дин, Рафаэл, одну минуточку. Ну. Александр Анатольевич, ты очень хороший человек. Очень хороший. Но я справлюсь. О! Евгений Ефимов. Ну? Ты не знаешь, как называется эта Динина деревня? А тебе зачем? Так, Паш, слушай меня внимательно. Первый шанс не давал Наталья Владимировна. Это второй. Третьего не будет. Так что давай, сдавай анализы регулярно. Если в жидкости будет примесь какого-нибудь подозрительного токсина или из процедурного пропадет хотя бы... Ни одной скорбинки не пропадет. Обещаю. Ну, молодец. Иди писай. Спасибо. Угу. Привет. Здорово. А ты что здесь делаешь? Я к тебе. Пойдем кофе попьем. Ну, как дела? Я беременна.
От кого? От первого встречного, Русь. Из бара. Думала, если уж решусь, то все будет идеальным. Поздравляю. И ты знаешь, идеалов не существует, так что бери, чего дают, и будь благодарна. А счастливой быть не обязательно? Ну, не знаю. У меня сейчас, наверное, самый счастливый период в жизни. Я женюсь, и, оказывается, буду дядей. Да? А когда ты вскрыл конверт с результатами теста ДНК, не был счастлив? Так, Ник, не умничай. Лучше иди, найди своего этого первого встречного. Приведи показать свой генотип. Я не знаю, где он. Ну, знаешь. Твои слова похожи на нож. Они изрезали правду и ложь. Но голос забываю твой. Я не спал уже 4 дня. Лишь засыпаю и вижу тебя. Но привет. Привет. Помнишь меня? 6 недель назад. А что пили? Море текилы. А, с вами парень был такой непонятный. Паша, да? Да, точно, Паша. Он здесь бывает? Как его найти? Без понятия, я его сам 2-3 раза видел. Спасибо. За что? Я же не помог. За отчество. Все это похоже на сон. И в это сердце уже закрыта дверь. Поэтому теперь оставь его. Я уже не знаю, кто ты. Мои молитвы, чтобы навсегда. Пусть ангелы услышат сквозь сны. Оставайся той, что ты была. Все изменилось тебе. Все это похоже на сон. И в это сердце уже...